Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь на этом месте. Во имя Иисуса Христа я молюсь на этом месте, чтобы ты остановил людей, Дух Святой. И чтобы не мои слова, но твоя сила сейчас, Господь, прославилась. Я благодарю тебя за то, что ты даешь силу и благодать. Именем Иисуса Христа я проклинаю всяких демонов, которые контролируют эту территорию. Я проклинаю всякие немощи и болезни. Я проклинаю именем Иисуса Христа дьявола. Я говорю, что Иисус Христос чемпион. Я говорю, что Иисус Христос на Голгофе победил смерть. Я говорю, что никакой Будда и Магомед не ведет тебя в рай. В рай тебя ведет Господь Иисус Христос. За тебя никто не умер. Иисус Христос пошел на Голгофу за тебя. И я говорю, остановись и послушай это Евангелие, что Иисус Христос умер за твои грехи. Приди сегодня домой, и пускай эти слова они не дадут тебе заснуть. Иисус Христос – единственная дверь на небо. Иисус Христос и Библия – это единственно правильный выбор. Иисус Христос может освободить тебя от наркотиков. Иисус Христос – живой Бог! Иисус Христос победил смерть и немощи! Иисус Христос дает радость! Иисус Христос дает свободу! Иисус Христос дает счастье! Если ты не читаешь Библию, только что ты ходишь в церковь, нужно читать Слово Божье! Приди сегодня домой и почитай Библию, вместо того, чтобы съесть свой ужин. Приди домой и почитай Библию. И скажи, Господи, что этот человек тебе сегодня рассказывал. Я хочу лично познать тебя, Господь Иисус Христос. Твою силу, твое помазание. Макаталария, макасантария. Макотория, басото, макатария. Дух Святой, прикоснись к людям. Шакаталара махабоко секатерия. Шакалери махото босея. Дух Святой, прикасайся к людям. Силой своей. Шаке макаталара бокосея. Дух Святой, прикоснись к сердцам людей прямо сейчас. Макаталара боко секете макатария. Шекете макатария, боко макасея. Мой Бог, слава тебе, что ты, Господи, победил наркотики, победил сигареты, победил блуд. Ты, Иисус Христос, победил блуд и дал нормальный шон. Я проклинаю всякий дух проституции. Я проклинаю всякое сожительство. Я проклинаю всякие гражданские браки. Именем Иисуса Христа, вот вам мое Евангелие. Гражданский брак – это блуд, и за него идешь в ад. Секс не брак – это блуд, за него идешь в ад. Любовники, любовницы, казино, импрессы, дискотеки. Ты поклоняешься дьяволу. Суета – это есть сам дьявол. Если ты в своей жизни суетишься, живешь ради денег, я тебе говорю, я деньги видел. И клубы видел, и девок видел, все видел в этой жизни. Единственная радость – это Господь Иисус Христос. Потому что Он умер за тебя на грехе. Он умер за тебя на кресте. Простил твои грехи. Я говорю на этом месте. Я молюсь за разум людей. Я молюсь за ваш разум. Пусть каждое слово провалится во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, единственная дверь на небо. Читай Библию. Приди к Господу. И скажи, Господь, я хочу тебя лично познать. Господь, я хочу тебя лично познать. Я не хочу жить ради суеты. Я хочу тебя лично познать. Я говорю, что человеку,
смерть, а потом суд. Бог приведет тебя на суд. Бог приведет тебя на суд и скажет, как ты прожил свою жизнь. Бог приведет тебя на суд и скажет, как ты прожил свою жизнь. В эгоизме, в нарциссизме, в буде, в порнографии, иди в ад. Иисус Христос, единственная дверь. По милости Иисуса Христа ты можешь быть спасен. Иисус Христос может простить любой твой грех. Иисус Христос может наполнить твое сердце радостью. Бесплатно! Бесплатно получи от Господа Иисуса Христа радость. Я не мог найти радость в деньгах, в проститутках, в наркотиках. Не мог найти радость. Не мог найти радость. Когда я пришел к Иисусу Христу, Он дал радость. Я молюсь за всех этих людей. И пускай это Евангелие, оно не даст вам заснуть. Я благодарю тебя, что ты, Господь, делаешь свою работу. Слава тебе за все. Аминь.